Всем привет, друзья! Сейчас мы будем на Эмиле брать одну из редчайших наград в танках Блиц – медаль рассеяния. Для этого нам придется уничтожить все 7 танков противника. Поехали! Я, кстати, посмотрел у многих статистов, ну или челиков, которые называют себя статистами, там, с всякими бирюзовыми там статами. Супер крутые перцы якобы, да, но у очень многих я не увидел данные медали. И увидел данную медаль, как правило, даже у обычных парней со статой там 55% зеленой. У очень многих игроков нет такой медали. И я счел смело назвать ее редчайшей в танках Блиц. Мы будем с вами продолжать охотиться за редкими медалями в этой игре. Что еще можно сделать по выводам? По выводам, именно какой же самый крутой танк в этой игре? Я считаю, что именно тот танк, который может взять медаль рассеяния, именно в честном бою, который я сегодня покажу на записи, этот самый бой сейчас перед вами, значит, танк, который берет рассеяние, это реально один из самых крутых танков в этой игре. Почему? Это значит, его средняя динамика, средний урон в минуту, все в целом на крут, говорит о высочайшем классе этого танка на большинство боевых ситуаций, которые могут возникать на картах. Вы сейчас видели, мы сейчас, благодаря динамике стрельбы с барабана Эмиля, мы уже 2 танка взяли. Прикиньте, мне еще 5 танков надо уничтожить. Между прочим, о птичках. При том, что мне уже 30% хпшки подснесли. Причем у меня не было цели брать, естественно, медаль рассеяния. Я просто вел бой в охоточку и с удовольствием. Вот сейчас шанс был мне ее не взять. Вы чувствуете, да? При этом меня еще борщ не пробил. Не пробить я на 600. Это при том, что сейчас еще тоже ребята перестреливаются с ними. Там есть и ваншотный противник. То есть, помимо того, что классную динамику танк должен показать, да, классный урон в минуту должен показать, при этом еще должен быть фарт забрать именно все цели. Убить нужно именно все танки, чтобы получить данную медаль. Вы представляете себе, да, этот момент? Все 7 танков надо складывать. Нам удалось забрать 2 средних и борща. Сейчас будем забирать КВ-3. То есть 3 танка я уже забрал. При этом еще удается спасти ИСа нашего. Так, следующая цель, значит, у нас Тигр 2 получается. В идеале сейчас вот момент, надо его забрать. Если сейчас не заберу, то все. Забираем. Я передумал, решил под башню могильщику, потому что нашего сожгли, и вторым снарядом пупа не хватило. Заряжаем голду и сразу дозабираем. Ребят, 6 танков, то есть уже медаль пула у нас есть. 5 машин медаль Релли Уолтерса, да, 6 машин медаль пула. Медаль пула многих есть. Ну, Редли Уолтерса, в принципе, вообще частенько получается взять в этой игре. А вот медаль рассеяния, чтобы взять 7 танков, это реально редчайшая награда в танках Блиц. Есть еще более редкие награды. По-моему, Фадина, если не ошибаюсь. Ну, будем, ребят, добывать, пытаться разные медали. Собственно, познаем эти танки. Есть много недостатков у этой игры, и я их на стримах вам буду раскрывать.
ваншотный со мной братишка едет, нас двое осталось. И там полностью ваншотная ПТ-ха. Если Иса ее заберет, то мне медалей не видать. Я думаю, сожгет, да. ПТ стоял четко на выстрел. Я могу идти с ПТ на размен. И, собственно, у нас медаль уже железно в кармане. Шикарная, редчайшая медаль. И взял ее, ребят, именно Эмиль. Хотя у меня премиум танков много. Видите, пытается уходить и получает некрасивый снаряд в корму. Очень удивительно, в Lesta Games начисляются мастера. У них, я так понял, эта система лаганула, потому что здесь чистый мастер. Но мне этого мастера не дали, дали первую классность. Но главное, что дали медаль рассеянная. Ребят, всем здоровья, всех обнял, увидимся на стримах и обзорах. А мастер иногда дают за такую ерунду. Немного на поскриптум, да, я решил братве расставить лайки. Себе поставить клевер, потому что это был реальный фарм. Будем считать, все парни сыграли достойно. 7 повреждено, 7 уничтожено. Медаль России. Ну это явно первая классность. Не катит здесь, это мастер. 20 советских танков дрались против 100 немецких и победили. Под городом Рассейной. Всех благ, ребят, увидимся. Спасибо.